Андрій Тарасов – тренер з акробатики та загальної фізичної підготовки. Спортивною гімнастикою займається з 4 класу. Наразі взявся за відродження фристайлу в Миколаєві і збирає перші групи дітей. Так, доброго ранку, вітаю вас в нашій студії. Отже, фристайлу в Миколаєві бути, так? От, взагалі, знаємо, що стан з цим спортом у нас в місті дуже такий страшний, жахливий. Чому вирішили відновлювати цей спорт? Чи можливо взагалі у нас в Миколаєві відновити його? Ну, за фристайл ми давно вже говорили, поскольку я гімнаст, і во фристайлі є і акробатична підготовка, і гімнастична підготовка, я вирішився взяти набрать дві групи фристайла. Було совещание летом у Москаленко, Шевченко, и решили, что откроют группу Фокина на Мыве, и там я буду работать, набирать две маленькие группы. Я прошелся по школам близлежащим, по Намыву, вот, но смотрю, дети немножко такие, может, и родители немножко инертные, может быть, как-то не знают этого вида спорта. На начальной стадии во многих видах спорта очень пригодится акробатика. Первое, что это обкрутка на дорожке, кувырочки, переворотики, колесики, стойки. Дети первый, второй, третий класс. В основном в художественную гимнастику младших, маленьких детей набирают, в спортивную гимнастику и также во фристайл. Так что, родители, не пугайтесь, если вы, может быть, не знакомы с этим видом и несколько побаиваетесь его, то группа начальной подготовки и существует для того, чтобы набрать маленьких деток, а потом, если они вдруг что-то не захотят во фристайл или, может быть, чего-то боятся, или ну, что-то у них не получается, то самое главное, что вы заинтересовались спортом, и мы их передадим в другую группу. Есть параллельные акробатика в первом ДЮСШ, Виталий Иванович Бердник, директор, Семенуха Виктор, прыжковая акробатика. Так что не волнуйтесь, все будет в порядке. И... Угу. Можна да. не хвилюватися, віддавати своїх дітей. Да, так. Наскільки да. я знаю, це набираються перші, треті класи, так? Так, да, перші. Це як оптимальний вік для того, щоб почати займатися цим спортом? Ну, скоріше всього так, тому що во фристайлі нужна розтяжка, гибкость. І в основному поки ще мишці і сустави не сильно такі, ну, більш подвижні і підвержені діти розтяжці. Их надо в этом возрасте растянуть, на шпагатик, мостик, плечики, верхний плечевой пояс растянуть, чтобы им потом легче было выполнять упражнения на лыжах уже во взрослом состоянии. Вы знаете, что у нас 24-метровый трамплин, но он сейчас в плохом состоянии, и администрация области стремится помочь этому вопросу. Скорее всего, восстановить. Там была гостиница и трамплин этот, очень удобный комплекс, спортивный зал рядом. Но сейчас в плачевном состоянии все находится. Вот. Там невозможно заниматься, поэтому начальные группы занимаются сейчас в Фоке на Намыве. Угу. А що планують взагалі зробити? Чи будуть на тому ж самому місці відновлювати цей трамплін, чи, можливо, будуть десь в іншому? Существують дві версії. Скоріше всього, якщо по фінансам, то легче всього цей відновити. Многі говорять, що він вже заржавел, метал плохой. Метал отличный. 61-го комунара делал шведов, тогда царство небесное нет, уже шведов ушел, но он родоначальник нашего фристайла. Вот. И тогда 61-го коммунара помог с этой вышкой, с покрытием, там искусственное покрытие, брызгают фонтанчики, и на лыжах спортсмен спускается в специальном снаряжении, специальные жилеты одеваются, каски, и они вращательные движения, пируэты, сальто выполняют в воду. Единственное, там надо восстановить это, всю гостиницу, покрытие, немножко изменить изгиб этого трамплина, вот, по-современному, и сделать вокруг
акватории бассейн, чтобы там вода была речная, но очищалась. Поставить фильтры, поставить насосы, чтобы спортсмены приземлялись в чистую воду, потому что это же все-таки сейчас вот видите в речке, что делается. Вот. Поэтому, в принципе, уже расчеты делали, по-моему, до 10, до 8, по-моему, миллионов гривен надо вот так. Тобто плани відновлювати є, але ну, через ще второй, який час? Второй ще варіант, где-то на намиві, вот, отдельно просто поставить вишку і туди обкручуватися. Но это сложнее і дороже. Ну, как бы эти планы рассматриваются, пока они в начальной как бы стадии, вот. И прежде чем туда детей на вышку запускать, надо набрать малышей, надо их обкрутить, акробатика, батутная подготовка. В Фоке есть бассейн, надо обучить детей немножко плаванию, чтобы они держались на воде. И многие скептически считают, что южный регион не подходит к фристайлу. Вот. Но если разобраться, то именно подготовка на воду дает больше всего месяцев подготовки для спортсмена, потому что у нас лето, у нас теплых дней больше, чем, допустим, в тех же Карпатах. Вот. И здесь очень хорошо обкручиваются они на воду, а потом едут на сборы в Карпаты, и там уже выступают на, и обкручиваются на снег. Вот. Так что увеличивается на несколько месяцев подготовка спортсменов. Так, вони не зупиняються на місці, так да. І далі тренуються. Як взагалі буде відбуватися тренування оце дітей? Скільки днів буде в тиждень? Як ви вже сказали, тренування проводяться безплатно, провожу я. Перша тренування – понедельник, середа і п'ятниця – 3 дня. Перша тренування – з 2 часов до 15.30. Вторая тренування – з 15.30 і до 17.00. Малышам именно такого возраста разрешено всего 2 часа тренироваться, чтобы их не перегружать. Вот. Будем тренироваться в Фоке на намыве на втором этаже. Детки будут относиться к НОК КДЮ США, директор Титаренко. Тобто будуть займатися, але наскільки, ну, взагалі цей спорт, він травматичний фристайл. І от я думаю, більше за все батьки переймаються за те, що дитина буде, ну, ходити в санячках і взагалі травмуватися може, і це страшно. Як це попередити? В общем-то, травматичний, но якщо тренер правильно підведе к елементу, к сложному, то я думаю, що, звісно, всяке буває. В гимнастике, вы знаете, Мухина вот травмировалась очень сильно. Вот. И вообще сейчас, вот, допустим, в гимнастике используют поролоновые ямы. Тренер уже, допустим, если человек срывается с перекладины, летит 10 метров и может травмироваться, для того, чтобы подготовить сложный элемент, сальто делчево, вперед качево, там еще, то применяются поролоновые ямы, но не всегда разрешают портить как бы зал, рыть эти ямы двухметровые и туда засыпать поролоновую стружку от отходов бытовой промышленности. Вот. Но это самый лучший вариант для обкрутки. Вот. Существуют пояса специальные, лонжи, на которых тренер, опытный тренер может подстраховать, правильно обучить пируэтовым движением, сальтовым движением. Вот. Но сейчас на начальной стадии они обучаются так, кувырочки и батут. Тренер сам в состоянии подстраховать все это. Так что тут травм практически нет на начальной стадии. А уже старше, там уже сам родитель посмотрит, чем интересен этот вид. Очень хорошо, если родители просто приведут ребенка. Это я уже болею за это, чтобы они просто приводили в спортзал. Потому что у нас сейчас информатика в голове у детей. Они сидят с планшетами, с мобилками. И им надо хоть чуть-чуть немножко освежать голову и приходить в спортзал заниматься. Даже не на фристайл, а в другой любой вид. Чи будуть приходити як наставники, можливо, Олександр Абраменко, як олімпійський чемпіон з цього виду спорту для дітей? Да, я ще, основна моя робота в Вищому училищі фізичної культури,
очень много вырастившая чемпионов, отличный руководитель Александр Николаевич Мельниченко, Елена Сосовна Петрухина, ведущая именно спорт. Очень много сильных тренеров. Это училище создавалось как академическую греблю, но потом перешло именно в высшее училище. Сейчас очень много спортсменов у нас сильных, и фехтовальщики, вы знаете, и Оля Харлан в 2008-м, вы знаете, олимпийская чемпионка выпустилась, и Саша тоже Абраменко, тоже наш выпускник. Вот. Так что вот в таком плане. Так, будуть приходити, будуть наставниками, да. Так, для дітей, да. Теж. Отже, коли планується перше заняття і, можливо, максимальна кількість дітей в групі? Скільки груп буде? Максимально 10 чоловік в одній, 10 в другій. Угу. Тепер заняття вже практично почав, але ще смотрю діток, хожу по школам. Вот, приводите, будемо дуже раді. Особенно Намыв, это очень близко получается к Намыву. Вот. Спортивная форма должна быть, переодеться, я буду встречать на выходе. Фамилия Тарасов, Андрей Алексеевич, так что подходите. Я разносил объявления по школам, возможно, уже дети получили эти объявления и родители видят. Тож спорт фристайл у надійних руках, будемо відновлювати. Я нагадую, до нашої студії завітав Андрій Тарасов, тренер з акробатики та загальної фізичної підготовки. Розказав, коли починаються заняття, і взагалі, що спорт цей не такий вже і страшний. Просто треба починати, з чогось починати. Тож приходьте, приводьте своїх діток.